Канамура? Там, где надо тележки толкать, короче. Канамура. Поехали. Поехали. А ты всякого, это самое? Чего всякого? Погоди, Тёма, Тёма, погоди, нужно против ИИ играть, наверное. Нет, зачем? Поэтому, давай погоди. Нормал. Тя, погоди. Давайте 5 матчей с другом против ИИ в режиме быстрой игры. А, не, все, поехали, можно в такую игру играть. Надо сыграть игры и получить халяву. Почему ты в курс не приходит с твича сообщения? Приходит. Нет. Но я услышал. В смысле ты услышал? Я пилик услышал. Не, когда тебе в стрим, короче, пишут. А это нужно настроить, наверное. ХЗ. О, небесный храм. 10/10. Алло. Алло. Это он. Здорово. Привет. Чё, как дела? Как земля? Эх, там ход. Нормас. Только начали. Кенджи Питер. Нет, знаю, почему? Пока. Ну, его довольно тяжело убить, у него щит, короче. Кого? Кенджи. Кенджи? Кенджи.
Блин. Зажали. Не идите туда, там жоп. И Генжи в каждой игре, да? Да, естественно, Генжи в каждой игре. Было бы странно, если нет. Я бы сам его купил. Блин, зря я там, короче, стоял. Не умирайте там, пожалуйста. Find and destroy your targets. Базет, кем ты играешь? Пандареном. Ты у себя набор танков, что ли? Он сейчас фришный. Господи, вот ведь пидор, а? Сейчас еще и сдохнет там. Идиот. Да не
Не уходи за мой рейндж, что тебя не доберусь. Сраный Генджи. Вот пидор. Чертов моб прикрыл телом босса. Ульты. Нормас. Как истинный миньон себя повел просто. Эх. Ну что они там делают, господи, конченые? Ладно, давайте зарежем босса. Частично... Господи. Как же такими вещами можно быть? Трандец, даже на серебре эвакуируется, честно. А наверх никто и не пошел. Ладно, пойду с тобой. Моя магия наполняет храмы. Стражи, не подпускайте к ним этих смертей. Не-не-не, это там один. Клозет. Один. Срань. Сгорел.
Да, замес мы срали, конечно же. Очиститесь огнем, Тёма. Ну как, норм, очиститесь? Как цари? Очищается вообще на печенье, я бы сказал. Пойду пока мид пропушу. Теперь, а давайте развернемся. А нет, нет, давайте не развернемся. А нет, а давайте развернемся. А нет, а давайте не... Ой, ёпте, блядь. Да ладно, не нервничай ты так. Они же все-таки развернулись в конце. И чё? Сколько противников умерло? Нисколько. А сколько наших умерло? Двое. Наверное. Либо дерись, либо беги. Беги, дерись. Ешь, дерись, беги, короче. Ешь, дерись, беги. Блин, это было неплохо. Давайте умрем сейчас втроем против пятерых. Давайте. До мужика. Turbo charge. Просто залили к чертям всю вражескую команду. Да я видел у них такие хп очух и все, синхронно прям. Жесткать. Там даже эта мелкая овца выхилить не смогла. Ага. Пойти, что ли, к миду запустить орбитальный РПГ? Или поверху, чтоб уж наверняка. Или по миду, или поверху. По миду пускай. Вверх мы сейчас это... Запустил. Так.
Просто забагнорил им башню. Да еще партичку. Можно? Так, скинчики, которые в коллекции. Нет скинчиков нормальных. А тебе что понавыпадало-то, Тёма? Мне понавыпадало скинов на Мурадина. И все, в принципе, из нормального. Несколько персонажей. Не, выпал. Много. Мне тоже вообще много чего выпало. Всякие там. О, у меня тоже есть это особое испытание, кстати. Такие. Оно у всех есть. Давай, короче, мне еще один матч за специалиста, а потом можно будет жечь. О, теперь мы на той же карте, только с другой стороны. Говорят, скоро Crowfall станет. Не знаю, что это. Это, короче, блочный Майнкрафт. Типа, можно землицу покупать, строить там замок. И потом, короче, превозмогать на ней. Тёма, я не могу тебя хилить. Не хиль меня. Хватай просто сердца. Я чё-то ничего... А, всё, могу.
У меня просто лаги какие-то были. Короче, главное, много сердец. Набери мне много сердец. А у меня тогда регенерация будет как у ненормального. А если я наберу 30 сердец за всю игру, то у меня будет еще и плюс 500 хп. Надо это... Что вы там выиграли одну башню? Всрали одну башню? Просто весело. Да, безудержно просто веселимся. Видишь же. Какая-то медленная карточка.
Блин. Ну куда он полез, господи? Ух, блин. Да, что-то эта карточка немного меня идет совсем. Давайте, блин, будем убегать от хила, а потом... Алло, Василий? А, молодцы! Надеюсь, нас быстро разнесут. Дебил, блин, ну куда ты убегаешь от меня? Алло, алло, Василий! Господи, конченый! Я ему даже напишу сейчас. Я ему дал стимбота, дал ему защиту, хилил его. Он влетел, получил плюху от этой, от хрови и убежал. Срань. Все, что этот дом сделал.
Он обрел истинную силу и сдох один в двоих. Ну, потому что привыкли пацаны, что доминирование, унижение, там, где-то 15 уровне, реже в 10 уровнях. А сейчас тут против нас доминирование, унижение, да. Тут так не работает, что если один двоих, то все нормально. Стоял, тебя успели убить два раза. Я же знаю, что ты меня хилишь, так что все нормально. Я еще из фонтанчика попью. Так, понятно. Ясно, понятно? Да. У нас тут в кустах тусят всякие пацаны. Что, как пацаны? Мурчали там всякие, короче. Пошли храм защитим, а то нас так сейчас разнесут нахрен. Чему вниз-то? Кто вниз пошел? Да вот тут дураки, блин, завязали драку, я не могу их кинуть, потому что я хил. А я все, короче, приехал. Потому что дракона раскормили, он теперь меня ваншотает. Я просто попадаю в часы и все. Но дракон, он как бы сам по себе сильный. Я знаю, но это жопа. Я просто встречаюсь с ним лицом к лицу и не выживаю ни в этих обстоятельствах. А дракон об этом знает? Да, поэтому, короче, на меня хантит, просто ходит по лесу. Они, короче, уже на полпути к вам. Опять пидор под стимботом замес слил. Ненависть, Тёма. Ещё какая.
я скачу к тебе. Пройдет с тобой, Тёма. Вот она меня так и сносит, короче. Часами еще чуть-чуть притягивает. Все, я уже не уезжаю. Она же... Это просто по тебе, как я понимаю, один скилл попался, а не два. Да, в том-то и проблема. То есть она меня ваншотает реально с руки. И это мы еще, короче, один левел отвоевали. А прикинь, если бы, короче, было 4 левела разницы, я бы там помер, даже под хилом. Эх, пойду турелью ставлю, все. Блин, опять они файт завязали, ёпарусы. Да, тимы гениев, короче. На 2 левела проигрываем. Нет, не будем фармиться, будем хренащить, короче, пацанов. Ну что, вы там все слились, дружно? Ну, эти дебилы как бы убили одного, и вместо того, чтобы... А, двоих убили. И вместо того, чтобы отступить, ну, потому что у них уже ничего нет, они остались, короче. Ну все, ГГ. Нет. Нет. Короче. Все, что я могу сказать, это нет. Потому что я сдох. Какая-то плохая очень карточка. Просто очень плохая карточка. Раньше каточки лучше были? Да, это точно. Раньше каточки лучше были. Ужас, Тёма. Давай мне еще одну, короче, игру подстрадать. А потом я возьму Мурадина и могу ломать лицо просто. И все. А, все, я отстрадал, короче. Вот мои 300 монеток. Ну, теперь, короче, по хардкору. Во, мне, кстати, какой скин на него выпал. Космодесантник, Тёма. Да. Но мне этот больше нравится. Ну как же космодесант, Тёма? А вон, смотри, какой у меня. Вот мне, чувак. Ну ладно, давай сделаем космодесантник из него. Тогда уж и транспорт уникальный, все. Самый крутой набор Crowfall стоит 1000 баксов. И чё?
дает тебе доступ при Альфа 2 и все остальные тесты. 24 месяца ВИПа. Разрешает писать на форумы Crowfall. Физическую копию Crowfall включает в себя. Благодарность от команды разработчиков. Я что-то все равно не вижу 1000 баксов тут, Тёма. Аватар на форуме, понимаешь, с логотипом, что ты задоначил целый косарь. Короче, это самое... Метку прокаженного тебе. Все ачивки 2017-го, короче, тебе дадут. Копию оригинального саундпака. Копию оригинального артбука. Я все равно не вижу, за что платить косарь. Три крепости тебе позволят призвать на старте в игре. А если ты обычную версию берешь, то ты появляешься с голой жопой и это самое. И должен все делать из говна и палок, да? Да. Ну, крепость это реально крепость, то есть это город фактически. Ты можешь построить в первые минуты игры три города, короче. Ну, 1000 баксов, Тёма. 1000 баксов. Понимаешь, у меня зарплата меньше месячная. Раза в два, учитывая, какой сейчас курс. Ну, у меня примерно столько и получается зарплата. Но я что-то не горю желанием покупать за косарь. Ранний доступ. Удивительно прям. Можно взять за 99 баксов. Ну-ка, что это у нас? Бронзовые аватарки, саундтрек, артбук и какое-то дерьмо. О крепостях ни слова, короче, за 99 баксов. А рекламируют почему-то набор за 179 баксов, за 249 баксов. А дешевые наборы не рекламируют. Их, причем их даже не видно, если и это самое. А знаешь, сколько стоит на старте стартануть с Imperial Palace для гильдии? No. 7000 баксов. Они конченые, что ли? Вот, смотри, можешь посмотреть даже. Ужас, Тёма. Но вся соль, ты же знаешь, что это гильдейское строение. То есть, если вернет другая гильдия, она дает тебе по щам и заберет этот Imperial Palace за 7000 баксов, то ты ничего не сможешь сделать. Так что хотя бы выглядит. Crowfall-то? На WoW сильно похоже. Только механики совсем другие. Там вся задумка в ломании лиц, короче. Максимально много ломания лиц. Максимально мало кабанов. Тёма. Мы стартанули. Конечно. Пошли наваливать. Они все наверху, так что что нам делать внизу, не ясно. Но мы можем что нибудь делать. А чё пушировать-то, если ты вышку забрал, ничего не сменилось. Они придут, отобьют ее через 10 минут.
Нормально. Надо было его застанить, но мы его все равно не убили. Нам урона не хватило. Пришел такой и думает, ага, короче. Но нет, не повезло. Бедный чувак. Отступаем. Почти пришло. Бери, короче, как загорится, я тут застаню Диабло, если он придет. Отлично. О, нет, валим, короче. Я захватил. А, отлично. 10 из 10. Ахаха. Просто. Все три захватили, по-моему. Да, все три захватили. Нет, пока только два. Третий сейчас, по-моему, тоже захватит. Что-то у нас мало, давай лагерь захватим. А то наш пуш немножко неуспешный. Потому что мы не пушеры, Тёма. Мы танк и хил. Ну я и говорю, давай лагерь захватим. Наемников. Один или два. Сейчас умрешь, осторожно. Нет, не умру. Не умрешь, окей. Скоро алтари поднимутся. Захватить как можно быстрее. Генш такой. Ну где же урон? Ну где же? Нет урона, все. О, отвернулся. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это опасно.
Давай, отходим, ладно. Нарезали их, нормально. У тебя манна-то есть? Может, идти из фонтана попить? Я это... Бью и регеню ману. А. Еще так норм. О, вот и пацаны. Так, что-то больно. Алтари поднялись. Скорее, активируйте их. Безупречное убийство. Весьма впечатляет. Раскайтили. Раскайтили, да. Ой, блин, мы просрали, короче. Столбы просрали. Пока тут развлекались. Ой, у меня маны нет, маны нет. Возьмем хилку. Космодесантник Тёма? Да. Ну чё, берём башню? О, нормас, нормас. Плохо, что не всех. О.
Так, все, сваливаем. Пошли, короче, брать вышки. 4 секунды. Займите эти алтари. Не разочаровал. Не отвлекайся, не отвлекайся. Нет, нет, нет. Все нормально, все. Это победа. Нет. А, да. Да. Все. Просто космодесантники, они побеждают. Отличная блокадка. Ну чё, ещё разок? Не, чё, чё-то мы дофига играем уже. 3 карточки всего. Ну ладно. Пойду овкану сейчас. Капкани. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.